В эти дни в Ангарске проходит межрегиональный турнир по баскетболу среди женских команд. Участие в состязаниях принимают девочки 2002 года рождения, всего 6 сборных – из Братска, Жигалова, Улан-Удэ, Иркутска и 2 команды из нашего города. Сегодня, в последний день соревнований, в финальном поединке ангарчанки встретились с соперницами из Бурятии. Уже в первом из 4 периодов наши землячки вырвались вперед со счетом 12-1. Ну, шансы для всех одинаковые. Мяч-то круглый. Поэтому надежда есть, мы все хотят первым, и мы хотим занять первое, и Улан-Удэ стремится тоже. Поэтому игра будет очень интересная, равная. У кого, так сказать, лучше подготовлен, у кого нервы крепче. Еще одна команда из Ангарска – это девочки 2004 года рождения из Дворца творчества детей и молодежи. Юные баскетболистки испытывают свои силы и набираются соревновательного опыта. 7 апреля спортсменки поедут в Москву на финал первенства России. А в этом турнире уверенную победу одержал Ангарск.